Розпочинаємо третю інформаційну годину з такої теми. Україна, Британія і Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У той же час прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що новий політичний формат між трьома країнами буде співпрацею для боротьби за безпеку в регіоні. Додам, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас нещодавно заявила, що розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною. Михайло Шабанов, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Одеського національного університету імені Мечникова, з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пане Михайло. Добрий день. Як думаєте, в чому цінність можливого союзу Великобританії, Польщі та України? Вы знаете, в связи с пролонгированным принятием Украины в Североатлантический альянс действительно возникает необходимость создания малых геополитических альянсов. И здесь следует учитывать, во-первых, значение и разный геополитический статус государств, которые входят в соглашение между Великобританией, Украиной и Польшей. То есть это прежде всего одна из мировых держав, Великобритания. Да, это, собственно говоря, региональный лидер. Польская республика – это Украина, которая обладает рядом геополитических проблем и переживает ряд военно-политических вызовов, в том числе и в контексте российской агрессии. То есть действительно выгодный для нас абсолютно малый геополитический альянс, который дает возможность нам не только развивать, собственно говоря, сферу торговли, но и прежде всего получить необходимые финансовые обеспечения наших возможностей, в том числе и в плане кредитов, в плане финансирования украинской армии, в плане выделения на военно-морской флот Украины соответствующих средств от Великобритании, в частности, в масштабах 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. И данные аспекты, они действительно говорят о дальновидности британской власти и о совершенно новом соотношении сил и взаимоотношений Украины и, прежде всего, англосаксонского геополитического пространства. Ну и, конечно же, Польша, которая также отслеживает ситуацию противостояния Украина-Россия. Тобто цей альянс для України – це спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний час. Я правильно розумію? Безусловно, і ми знаходимо цю допомогу, ми знаходимо партнерські відносини. Великобританія активно включається якраз от в допомогу, скажімо так, воєнну, воєнно-технічну, фінансову допомогу України. Особливо в контексті от за останнє час визовів, и риторики Российской Федерации, которая нагнетает и шантажирует на самом деле Украину в этом отношении. Мы можем сказать, что Британия сегодня стает дедалі серьезнейшим союзником Украины. И в чем ее зацікавленість? Мне цікаво это питание. Во-первых, Великобритания абсолютно развязала собственные руки и потенциалы в контексте Брексита. То есть на сегодняшний день Великобритания хочет обладать определенным геополитическим форпостом на территории континентальной Европы. И, конечно же, здесь она может опереться на позиции Варшавы и Киева в этом отношении. То есть геополитически для Великобритании это выгодно. Плюс ко всему, если обратиться к историческому контексту, то премьер-министр Великобритании в первый раз посетил Украину еще в 1996 году. И ныне визит Бориса Джонсона, конечно же, является очень знаковым, является маркером действительно дружеских настроев со стороны как раз вот британского правительства. И я считаю, что, конечно же, этот союз обоюдо выгоден, но особенно он выгоден, конечно же, Украине в контексте предоставления мощной военной поддержки и, безусловно, реструктуризации, да, собственно говоря, и реформирования военно-морского, например, флота Украины. В том числе, плюс ко всему, Великобритания готова в случае потенциальной агрессии России ударить санкциями по кошелькам путинского режима. Якщо про Британію я зрозуміло, то навіщо це Польща? Яка її роль в цьому альянсі? І яку вигоду з альянсу отримає ця країна? Безусловно, вигода Варшави заключається, во-первых, в укріпленні своїх позицій в Восточній Європі, безусловно, в тому числі і вне НАТО,
укрепление дружеских отношений с Украиной, ну и, конечно, сдерживание России. На сегодняшний день для Польши, для Польской Республики сдерживание РФ на самом деле является одним из важнейших приоритетных геополитических принципов и задач, которые стоят перед Анджеем Дудой. Тобто ці дві країни розуміють, що Путін може не зупинитися лише на Україну, так? Конечно же, то есть на сегодняшний день иммиграционные вызовы, которые создавал Путин, а также руководитель Белоруссии, соответственно, на границах со странами ЕС, и претензии, которые выдвигает Россия, в том числе территориальные, к различным государствам, и достаточно сложное отношение РФ к Польше, в том числе в историческом контексте, кто не единожды подчеркивал действующий глава РФ, все эти моменты заставляют национального лидера Польши идти на беспрецедентное сближение с Великобританией. Вот. Ну и, конечно же, традиционно усиливать поддержку, да, Украины. Ми всі знаємо, що у НАТО не всі країни готові рішуче протидіяти російській загрозі. Як думаєте, можливо, тому Британія продовжує тактику малих альянсів? І давайте ще поговоримо про те, наскільки ці малі альянси ефективні та вони працюють. Вони гораздо ефективніші, ніж великі стратегічні організовані альянси. Поскольку они могут решать тактические и стратегические задачи, которые стоят перед государствами, гораздо быстрее и мощнее. Соответственно, в том числе и в плане предоставления военно-технической помощи, что сегодня мы наблюдаем, в частности, от Варшавы. Я считаю, что, конечно же, с усилением, например, позиций в рамках европейского пространства со стороны Франции, а именно Франция сегодня возглавляет, по сути, Европейский Союз, да, с позициями ФРГ, то есть эти два государства, они одновременно ведут достаточно лояльную политику к России, да, проявляют себя достаточно лояльно. То есть, учитывая эти моменты, Великобритании выгодно на сегодняшний день, да, вот, включиться в этот процесс и предоставить Украине беспрецедентную помощь. Плюс ко всему, мы должны учитывать, что в недалеком прошлом был создан англосаксонский геополитический альянс между США, Великобританией, ну и, собственно говоря, Австралией, что тоже является достаточно показательным моментом. То есть через подобный альянс Украина действительно включается в более глубокое сотрудничество с англосаксонским геополитическим пространством. Действительно, это определенный геополитический выбор со стороны Украины, конечно же. Учитывая долгий путь. Да. Як думаєте, чи можуть Польща та Британія надати Україні безпекові гарантії, як НАТО? Я думаю, що, безусловно, вони можуть предоставити гарантії безпеки. Я думаю, що тут, звісно, це пряма заінтересованість і Лондона, і Варшави в цьому відношенні. Ну і плюс ко всьому, звісно, Великобританія тут не відказується від співпраці з Сполученими Штатами, совокупного співпраці в контексті України. Тобто і Сполучені Штати, звісно, незримо присутствують в цьому малому геополітичному альянсі. Дякую, пане Михайло, за фаховий коментар і спасибі, що долучилися до нашого прямого ефіру. Михайло Шабанов, кандидат політичних наук та доцент кафедри політології Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому зв'язку. Спілкувались на тему, що Україна, Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі.